Сразу 10 фабрик горят в турецкой провинции Бурса. Пожар на местной промзоне начался с мебельной фабрики. Из-за ветра и жаркой погоды огонь перекинулся на соседние предприятия, охватив десяток расположенных близко друг к другу фабрик. К тушению привлечены 400 пожарных и более 110 единиц спецтехники. В настоящее время огонь локализован. Все сотрудники завода были эвакуированы. Жертв нет. Два человека отравились угарным газом. Их госпитализировали. Их жизням ничего не угрожает.